Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно YouTube-платформа 24-го каналу. Я вітаю нашого гостя. Це є опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Ігор Олександрович, здравствуйте. Здравствуйте, Ігор. О многом хочу с вами поговорить, но, наверное, начнем с топ-новости сегодняшнего дня. Это то, что в ночь на 18 число прогремели очень серьезные взрывы. Но сначала давайте послушаем, Игорь Александрович, что говорил губернатор Тверской области и как он убеждал, что все сбито. Сегодня в результате прилета беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации отработала система ПВО Министерства обороны. Беспилотные летательные аппараты были сбиты, при падении произошел пожар. Сейчас занимаемся эвакуацией нашего населения, жителей, которые находятся. Губернатор Тверской области говорит, что в населенном пункте Тараповец, если я не ошибаюсь, просто упали сбитые беспилотники. Но, как видно с следующего видео, что это вовсе и не сбитые беспилотники, это самая такая серьезная детонация, и уже на сегодняшнем минуту известный, Игорь Александрович, что это, я так понимаю, один из самых больших складов боеприпасов. Говорят, что там были и КН-23 с Кореей, да, и также много к Искандерам снарядов. Ну, как минимум, это не беспилотники. Я имею в виду не сбитые беспилотники. Ну, что тогда где делать, Игорь Александрович? Ну вот на Валдае ставить все боеприпасы, чтобы их защищать. Потому что, если я не ошибаюсь, это так не очень далеко и от Москвы, этот населенный пункт. Так а при чем здесь далеко-недалеко от Москвы? По Москве прилетает, ну, скажем так, сама по себе Москва, как населенный гражданами город, она, в общем, не представляет интереса для вооруженных сил Украины. А вот, скажем, Раменское, где располагается один из самых, ну, фактически основной, самый главный нефтяной склад, значит, в московском регионе, туда регулярно прилетает. То есть все, кто, у кого есть знакомые в Московской области, прекрасно знают, что туда прилетают регулярно, там постоянно идут удары дронами. Это Москва фактически. Что такое Раменск? Это Москва. Ну, большая Москва. Угу. Вот, Московская область, ближний круг, ближнее Подмосковье. Так что все давно уже. На самом деле и Ленинградская область тоже находится под ударами. И, то есть фактически, на самом деле, здесь, конечно, большая проблема – это вот этот запрет, преступный, с моей точки зрения, запрет западных правительств бить западным оружием по удаленным целям военным на территории России. Но Украина, на самом деле, создает опасности своими. Это же свои беспилотники, свои разработки. И, в общем-то, так сказать, эти беспилотники наносят серьезный урон, как мы сейчас видели. Конечно, ракеты более серьезны, там гораздо больше боезаряд, поэтому гораздо мощнее. Но, тем не менее, и беспилотники, смотрите, что могут натворить. Так что тут, в общем-то, Москва уже в зоне досягаемости вооруженных сил Украины. Вполне в зоне. Ну, а дальше, я не знаю, тут это отдельная тема, это военные специалисты, то я не уверен, что они будут открыто рассказывать о том, в каком состоянии сейчас изготовление украинских ракет, сколько их, какого они качества, но они явно тоже достаточно дальнобойные. И вообще, я в этой связи только одно могу сказать, что как-то принято считать, что вот это затягивание войны, оно выгодно России, потому что у России больше ресурсов. Но тут есть еще и вторая сторона медали. По мере затягивания этой войны военная промышленность Украины начинает работать и начинает тоже что-то производить. И здесь, в общем-то, ну, неизвестно, в чьих это интересах. Россия, конечно, обладает гигантским преимуществом. Это огромная территория. Она может отводить вглубь своей территории. И эта глубь, она очень большая. Это, что называется, до Владивостока. Но, в общем-то, тут тоже палка о двух концах, потому что отведение так далеко своих ресурсов военных сказывается на логистике, сказывается на их использовании. Поэтому вот мы видим сейчас действительно, что Украина, в общем, наносит довольно серьезный ущерб, несмотря на
весьма ограниченная помощь союзников. В отличие, кстати, от союзников России, которые дают очень большую помощь, я имею в виду главные союзники России. Значит, это такая ось зла, ось терроризма. Тегеран, Москва, Пхеньян. То есть вот они дают оружие без ограничений и в огромных количествах. Но Украина справляется и в том числе и своими силами. Вот, кстати, вы вспомнили о союзниках России. Вот секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Шойгу прибыл во вторник с визитом в Иран. Это был необъявленный визит. Почему так экстренно и с чем это может быть связано, Игорь Александрович? Ну, я, естественно, не знаю повестки дня Шойгу, но очевидно, что это связано с таким вот, ну, творческим сотрудничеством между двумя террористическими режимами, путинским и иранским. Значит, то, что Иран получил достаточно большое количество, там, по-моему, под 300 баллистических ракет малой дальности, но, тем не менее, эти баллистические ракеты достаточно эффективно будут использованы против Украины. Это большое количество. Это с одной стороны. С другой стороны, известно, что Россия передает Ирану ядерные технологии. И это очень серьезная история. Это действительно может в какой-то момент потребовать очень решительных действий со стороны Израиля и Соединенных Штатов Америки. Потому что вооружение Ирана ядерным оружием – это штука такая достаточно резонансная. Ну, слава богу, все-таки уж что-что, а военный потенциал Ирана известен американцам, да и израильтянам тоже, наверное, лучше, чем самим стражам исламской революции. Потому что именно американцы строили все военные заводы в Иране, когда до 79 года они были союзниками. Да, Игорь Александрович, вы вспомнили о том, что выгодно затягивание войны России, и сюда бы хотел вспомнить, что в понедельник, 16 сентября, Путин подписал указ об увеличении армии на 180 тысяч. Если я не ошибаюсь, это уже третий раз он подписывает за полномасштабное вторжение в Украину. Это указывает на то, что он готовится раз – долго воевать, и второе, остановится ли он только в Украине? Потому что вот говорят сейчас в странах Балтии, что они тоже начали, есть указания от Альянса, от НАТО, готовиться к имитации якобы нападения России. Вы знаете, вот, конечно, особенно там цитировать, значит, администрацию Путина, в общем, как-то не хочется, но тем не менее, я бы все-таки недословно, но процитировал заявление человека, который, в общем-то, ну, является действительно одним из самых главных организаторов внутренней политики. Значит, это заместитель главы администрации президента, вылетела из головы фамилия, киндер-сюрприз, который у нас был, бывший премьер российского правительства, значит, который сказал о том, что, значит, о том, что война будет всегда. Война будет всегда. Это действительно так. Путинский режим, начав эту войну, он ее не закончит. То есть до тех пор, пока Кириенко, господи боже мой, что ж такое? Как раз хотел сказать. Кириенко, да. Вот он недавно выступал и сказал, что война будет продолжаться до тех пор, пока, значит, ну, собственно, всегда. Он сказал, что всегда она будет продолжаться. Она может быть холодной, горячей, активной, такой-сякой, но она будет всегда. И это отражает действительно установку сегодняшнего путинского режима. Путин будет воевать до конца своего правления. Ну, или до конца жизни. То есть, это совершенно очевидно. Никаких других вариантов не существует. Путин не прекратит воевать. Поэтому, ну, по многим причинам. Во-первых, потому что действительно он уже сейчас зашел слишком далеко. И вот эта вот вся ядовитая паста, милитаризированная экономика, значит, пропаганда, которая уже просто превратилась в форму существования этого
этой власти, они, эта ядовитая паста назад в тюбик не заталкивается. Это просто нереально. Поэтому, то есть, он, во-первых, не хочет, а во-вторых, не может уже эту войну остановить. То есть, казалось бы, очень просто сейчас все это провернуть назад, просто отдать приказ отойти на границы 91-го года. Но это невозможно. Он этого не сделает, поэтому воевать он будет всегда. Будет там тяжелое военное поражение, он будет стрелять через, даже при вот, ну, крайне успешном, но на сегодня не очень проглядывающемся варианте, что, значит, Украина сможет освободить свою территорию до границ 91 года. Сейчас этот вариант не очень просматривается, но он возможен, если будет соответствующая помощь со стороны Запада. Но даже в этом случае Путин будет все равно стрелять через линию фронта. То есть он не может. Существование Украины, одновременно существование, я бы даже шире сказал, я думаю, что существование Украины и одновременное существование российского государства в том виде, в каком оно сейчас есть, несовместимые вещи. Но поскольку, как мы понимаем, украинцы не собираются умирать, не собираются сдаваться и не собираются становиться частью Российской империи, то, видимо, в общем-то, исторический проект под названием Российская империя подходит к концу. Ну, кстати, мы говорим об увеличении армии, и вот уже есть реакция Госдепа Соединенных Штатов Америки. Они говорят, что Путин готов жертвовать жизнями тысяч россиян. И здесь бы я хотел, Игорь Александрович, вспомнить слова Владимира Зеленского, потому что он сказал, что единственного, чего боится Путин, это каких-то внутреннего недовольства в России. Насколько мы не раз с вами об этом говорили уже, реально ли вы тоже считаете, что Путин переживает или обращает внимание на то, как реагирует внутри России? Вы знаете, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский, в общем-то, ну, он, казалось бы, в прошлом взаимодействовал с Россией, с российскими элитами. Но у меня такое ощущение, что он просто не очень хорошо, или разведка подводит, или еще что-то. Но я думаю, что он ошибается. Ошибается коренным образом. Потому что, вернее, может быть, он просто, или его слова не очень точно передали. Потому что Путину абсолютно наплевать, что думает российское население. И вот какие-то процессы недовольства в российском населении, там, возмущения, протесты, это все не имеет никакого значения. Потому что на сегодняшний момент вот тот фашистский тоталитарный режим, который сложился в России, он не рушится в результате какого-то недовольства граждан. Вот он не рушится таким образом. Значит, власть может смениться в демократическом обществе. И вот президент Зеленский, он, несмотря на то, что, казалось бы, он, как никто другой, должен понимать, что он президент воюющей страны, которая воюет с Россией, которая точно не является Украиной. Украина не Россия. Это то, что на самом деле сегодня, мне кажется, понимают все. Но вот то, что Украина не Россия, это проявляется в том, что в Украине власть меняется в результате изменения отношения граждан. Вот был один президент, стал другой. Это происходит в результате того, что в результате волеизъявления граждан. Даже в условиях войны. Хотя понятно, что в условиях войны никаких выборов быть не может. Все равно власть в Украине зависит от граждан. Зависит. Несмотря на отсутствие выборов, несмотря на безусловное, неизбежное сворачивание каких-то демократических институтов, все равно власть в Украине зависит от граждан. А в России нет. В России тот репрессивный аппарат, та внутренняя армия, которая на самом деле готова и нацелена на то, чтобы подавить любое недовольство, она просто блокирует полностью любые попытки реального изменения власти силовым путем. Есть другое. Дело в том, что вот в чем может быть прав Зеленский, если только он это имел в виду, так это то, что возможно изменение отношения верхушки силовиков.
Вот это действительно серьезно. Именно поэтому Путин так старательно защищает и держит постоянно в подвешенном состоянии генералитет, генштаб, Министерство обороны, что называется, ну, как выражаясь языком его товарища по тоталитарному фашистскому блоку, товарища Лукашенко, регулярно перетрахивает свою верхушку, значит, для того, чтобы постоянно держать его в состоянии тревожного испуга. Чтобы они боялись Путина больше, чем, так сказать, каких-то последствий его правления. И вот, ну, скажем так, для Путина моментом испытания был Пригожинский мятеж, когда действительно он утратил на время контроль за целым рядом процессов в России. Но после показательной демонстративной казни Пригожина он восстановил контроль, и на сегодняшний момент, ну, пока, по крайней мере, никакое настроение никаких людей не влияет на его политику. Другой вопрос, что это не является константой. И в момент, например, серьезного тяжелого военного поражения, в момент особо большого количества жертв со стороны вот российской оккупационной армии и в момент утраты, деоккупации каких-то значительных территорий, подчеркиваю, деоккупации именно, не, так сказать, заход украинских войск на российскую территорию, а именно утраты за награбленного, захваченного. Вот это может сказаться, это может, ну, что называется, триггернуть, сработать как спусковой крючок какого-то резкого изменения настроений в военной, прежде всего, верхушке. И тут, возможно, действительно, что называется, та или иная форма военного переворота. Но, еще раз подчеркиваю, вооруженных людей могут победить только другие вооруженные люди. А на сегодняшний момент внутренняя армия, которая нацелена на запугивание и подавление любого протеста в России, она больше оккупационной армии по совокупной численности. ОМОН плюс ФСБ плюс ФСО, ну и так далее. Это там уже под миллион. Поэтому я думаю, что никаких, если говорить о народных протестах, то никаких шансов на успешный народный протест в России не существует. Да в России народа-то как субъекта истории никогда не было. Да, Игорь Александрович, а еще есть кадыровцы. Почему я о них вспоминаю? Потому что тоже топ-новость сегодняшнего дня внутри России. Это, опять-таки, вокруг компании Wildberries. Да, самая большая, я так понимаю, в России онлайн-магазин, или как его правильно назвать. Там же супруги Татьяна Бакальчук и Владислав Бакальчук между собой ссорятся. Но что интересно, что вот супруг Бакальчук Владислав, он обращался в свое время к Кадырову. И вот сегодня появились кадры, что люди, непосредственно связанные с Кадыровым, они начали стрельбу в бизнес-центре, где находится офис этой компании. Вот эти кадры, много сейчас об этом пишут. И среди тех людей, которые нападали, также называют такие имена. Вот уже «Медуза» об этом пишет, и «Важные истории», агентство. Зовут, там есть Умар Чичаев, Местаев какой-то. Но что самое интересное, что вот у этого Умара Чичаева, он боец каких-то единоборств. Видим, есть фотографии и с Кадыровым, и с депутатом Делимхановым, и с другими. И вот я вспоминаю, что этот Бакальчук обращался к Кадырову. Кадыров официально поддерживал его. Насколько такие вещи опасны? Потому что центр Москвы, стрельба, люди, причастные к этой стрельбе, они непосредственно есть люди Кадырова. Указывает ли это на то, что вот все больше и больше отдают кадыровцам части бизнеса? И мы можем сюда вспоминать визит Путина, который приехал в Чечню, посмотрел на, мы с вами даже об этом говорили, на проспект имени Путина и сделал там очень много красивых, таких уютных фотографий с всеми родственниками Кадырова. Самый центральный пункт этого визита – это целование Корана. Что, в общем, на самом деле, это, конечно, дикая совершенно история. То есть, это показывает то, что это человек, который изображает из себя православного, ну, в общем-то, ну, таковым не является.
Вот, ну ладно, это, так сказать, их, что называется, православно-мусульманские разборки. Пусть себя тешатся. А что касается, понимаете, все-таки проблема Кадырова, она, конечно, есть, но она какая-то периферийная, понимаете, потому что, значит, кадыровцы – это, ну, это такие бандиты, это достаточно карикатурные гвардейцы, которые на фронте демонстрируют изумительную трусость и громадную скорость убегания от вооруженных сил Украины, как только они появляются на горизонте. Мы помним, как старались, значит, кадыровская гвардия, как старалась как можно медленнее передвигаться, когда их направили на то, чтобы они подавили кадыровский мятеж. Пригожинский мятеж. То есть они со скоростью улитки ползли к Ростову для того, чтобы, не дай бог, не встретиться с пригожинскими боевиками. Вот. Поэтому воспринимать их как какую-то... Да, они могут ограбить, они могут убить, особенно если им противостоят безоружные люди, что они, собственно, как правило, и делают. Но рассматривать их как какую-то серьезную боевую силу вряд ли возможно. Я думаю, что не только при столкновении с такими, ну, достаточно профессиональными бойцами, каковыми были пригожинцы в свое время, но и даже с Росгвардией Золотова. Тем более, что они тоже имеют отношение. Они же формально они находятся в составе Росгвардии. Поэтому я не думаю, что там есть какая-то проблема для режима, имеется в виду, для самого режима. Это, конечно, проблема для мирных граждан. Это проблема для бизнеса. Это проблема для жителей Чечни, которых терроризирует этот абсолютно чуждый чеченскому народу режим. Вот. Но я не думаю, что от Кадырова исходит какая-то угроза. Ну, разве что Путин вдруг внезапно в результате какого-нибудь там переворота решит сбежать в Чечню, и, конечно, тогда Кадыров с удовольствием его сдаст. Это совершенно очевидно, потому что Кадыров по главной своей специальности, по главной своей природе, он предатель. Они с отцом предали чеченский народ, когда перешли на сторону имперских оккупантов. И вот, и на этом, собственно, держится их власть. Но вряд ли Кадыров представляет серьезную угрозу путинскому режиму. Ну, когда режим рухнет по другим причинам, Кадыров, конечно, поучаствует в каком-то разграблении, в какой-то смуте. Кадыров будет представлять собой какую-то часть вот этой большой русской смуты, которая вполне возможно возникнет после падения путинского режима. Но не раньше. Да, Игорь Александрович, хотел бы вспомнить также Генассамблею ООН, которая вот будет открываться. И, среди прочего, президент Финляндии Стуб, это тот, который говорил, что один звонок Си Цзиньпиню может остановить войну в Украине. Он сказал следующее, что нужно исключить Россию из Совбеза ООН. Якобы они предлагают расширение организации с 5 до 10 членов. Там две страны с Латинской Америки, Африки, две плюс еще одна. И убрать право вето в ООН, потому что вот пример он наводит вторжение России в Украину. Но у меня вопрос. Насколько эти все заявления, что нужно менять, реструктуризировать ООН, будут ощущаться на деле, потому что и воплощаться, потому что на сегодняшний день ООН — это организация, которая, ну, ничего не может сделать и ничего не делает. Я думаю, что это мечты, начиная вот все, что вот вы сейчас сказали, перечисляя то, что говорил президент Финляндии, при всем громадном уважении к стране и к народу Финляндии, и к власти Финляндии, тем не менее, это мечты, которым не суждено реализоваться. Начиная с утверждения, что один звонок Си Цзиньпина может остановить войну, во-первых, этого звонка не будет, а во-вторых, не может. Потому что, да, безусловно, Путин невероятно сейчас зависит от Китая, но, тем не менее, назвать его просто шестеркой Китая, который будет выполнять все указания, нет, он достаточно автономен. Вот. Но самое главное — это то, что
Китай в этом не заинтересован. Поэтому можно сколько угодно говорить о звонке, которого не будет. Это первое. Ну а самый главный тезис, о котором мы с вами говорим, это то, что вот такая вот реформа ООН, она невозможна. Потому что, по крайней мере, два члена... Все, для этого нужен консенсус членов Совета Безопасности. В уставе ООН не предусмотрена процедура исключения члена Совета Безопасности из организации. И вообще, так сказать, не предусмотрена ротация постоянных членов ООН. Но он формировался как закрепление победы во Второй мировой войне. И пять стран, которые объявили себя победителями, ну, частично, да, по крайней мере, ну, три страны точно могут считаться главными победителями. Ну, а две другие, вроде как, они решили, так сказать, тоже считать. Ну, я имею в виду Франция и Китай. Вот. Но вот они, по сути дела, и стали бенефициарами этой победы. И они как раз, ну, то есть, все по Орвеллу. Все животные равны, но некоторые равнее. И вот вроде как был провозглашен довольно давно принцип равенства всех стран, независимо от размеров, от военного, политического, экономического потенциала. Но, тем не менее, вот пять стран, они оказались правителями, управителями этой, так сказать, этого такого, я бы сказал, акционерного общества. То есть это бессменное правление. И просто надо зафиксировать, что решения Совета Безопасности являются обязательными, а решения Генеральной Ассамблеи рекомендательны. То есть это вот как раз закрепление руководящего статуса пяти стран, постоянных членов ООН. Изменить это без какой-то, я не знаю, революции невозможно. То есть там говорили много чего. Говорили о механизме через, значит, оспаривание вообще наделения России статусом постоянного члена Совета Безопасности, потому что, в общем-то, это решение было принято как бы по умолчанию. То есть вот был Советский Союз, Россия правопреемник, ну и значит, она правопреемник, в том числе и в кресле постоянного члена Совета Безопасности. Хотя это ничего не вытекало. Но вроде как согласились. Ну, Россия так Россия. Ну, а сейчас я не знаю, какая процедура может привести к той реформе, о которой вы говорите. Все, надо преодолеть. Нужно, чтобы Россия сама захотела выйти из Совета Безопасности. Или чтобы Китай пошел тоже на это. А Китаю выгодно, когда они, два члена Совета Безопасности, зачастую защищают интересы друг друга. Вот и все. Так что перелезть через вот это, вот через Россию и Китай в Организации Объединенных Наций невозможно. Ну, по крайней мере, я не понимаю вот дорожной карты, которая может привести к этому решению. Игорь Александрович, большое вам спасибо за этот разговор. Спасибо, что нашли время проговорить важные эти вопросы. И, как всегда, мы останавливаемся на том, что Запад делает шаги, которые видит и Москва, и, к сожалению, видят и все. А вот асимметрии не видно. Спасибо вам большое. Удачи вам. Всего доброго. Нагадаю, нами був опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.